В Чебоксарах на месте рынка Московский по улице Эльгера открыли обновленный фермерский торговый ряд. Теперь свежая отечественная сельхозпродукция стала еще доступнее для жителей не только Московского района, но и всего города. Этот рынок на Эльгере здесь уже давно. Старожилы вспоминают, всегда приходили за свежими овощами и фруктами. Условия, конечно, такими не были. Спасибо, что сделали такой хороший рынок. Да, спасибо. Просто радуется, глаз радуется, душа радуется. Да. Пускай развиваются, пускай приходят фермеры. Пускай они нам тут привозят свои хорошие продукции. Хорошо, молодцы, построили для нас хороший рынок, потому что мы сюда приходили, все-таки из деревень приезжают, они стоят, вот куксятся, а тут, видите, как хорошо все построено. Молодцы, спасибо им большое. Ну, я вчера купила 5 килограммов клубники, купила масло здесь, покупаю творог. Обновленный павильон, 10 ларьков, торговые ряды на 26 мест, арт-объекты в виде мельниц и даже сцена. Старых торговых навесов не осталось ничего. Агроинновации заключили контракт с компанией «Железный город». Стоимость работ – 5,5 миллионов рублей. Такой бум, что праздник такой. Такое ощущение, что как на центральном рынке. Часто обсуждали вопрос о создании условий, скажем так, для наших фермеров, для наших личных подсобных хозяйств, для того, чтобы они могли свой продукт реализовать без наценки в городе. Подобрали площадку совместно с городом Чебоксары. Здесь, в принципе, рынок он был. Правда, все как-то было размещено хаотично. Здесь должны быть фермеры, предприятия и собственники личных подсобных хозяйств, которые, еще раз подчеркиваю, продают без посредников. Это для нас очень важно. И товар здесь в основном на рынке дешевле. Такие торговые ряды будут создаваться и в других районах столицы Чувашии, и в Новочебоксарске. Фермерский рынок – формат современной торговли, который обеспечивает доступность свежей отечественной сельхозпродукции для жителей городов. Работа по организации фермерского рынка проведена с учетом поручений, данных президентом России Владимиром Путиным. Реконструкция объекта проведена за счет средств республиканского бюджета. Татьяна Молокова, Юлия Дюкова, Юрий Марков, Республика.